Здравствуйте, меня зовут Лебедева Елена, я живу в районе Нагорный. Сегодня я участвовала в общественном мероприятии в общественной палате на лекции, посвященной оформлению земельного участка и вопросов, связанных с правообладанием на земельные участки. Я хотела сказать огромное спасибо организаторам и в первую очередь Алине Яковлевне Янгалычевой, которая провела для нас эту лекцию и объяснила нам все те нюансы, которые касаются оформления земельных участков и наших прав на землю. Эта тема для меня особенно актуальна стала в связи с программой реновации, которая продвигается в последнее время в Москве. До этого я понятия не имела о своих правах относительно земельных участков. Сейчас картина проясняется, но та информация, которую мы получили, она, конечно, очень объемная и показывает в первую очередь, насколько не до конца систематизирована система учета нормативных документов, которые касаются земли, что создает определенные трудности для собственников при оформлении их прав. Но я уверена, что все, кто сегодняшнюю лекцию посетили, все, кто ее смогут посмотреть, они все-таки найдут в себе силы дойти до конца и оформить наши земельные участки, которые принадлежат нам по закону.